Здравствуйте, друзья! О том, что 25-летний Роман Свергунов, брат основателя группы «Крем-сода» Дмитрия Свергунова, скончался, поклонники предполагали еще 3 месяца назад, когда в марте Роман с друзьями и братом провалился под лед во время пешей прогулки по реке Волге. И только сегодня его тело наконец нашли за 10 километров от места трагедии. Еще 3 месяца назад уже были известны обстоятельства произошедшего. На обратном пути прогулки лед не выдержал всех участников компании. 5 из них провалились под воду. Роман и Дмитрий погибли. С юности, как и старший брат, Роман увлекался музыкой. Дмитрий Свергунов вместе с Ильей Гадаевым основал и раскрутил группу «Крем-сода». Сам Роман выступал в качестве исполнителя электронной музыки и выпустил ряд треков. В 2022 свет увидела его сольная пластинка.